The mind is again and again about giving up self-enjoyment. И ведическое писание снова и снова напоминает нам о том, что нужно избавиться от чувственных наслаждений. There's so many examples to show. You can never really satisfy your senses on a pure level. И множество примеров приводится в ведических писаниях, чтобы убедить нас в том, что мы никогда не сможем по-настоящему удовлетворить свои чувства, если будем пытаться материальным образом их удовлетворить. Описана история царя Яяти, который в течение 10 000 лет имел возможность наслаждать свои чувства без всяких ограничений. В конце концов, он все равно остался неудовлетворенным. Если у вас на теле где-то чешется зуд какой-то, вам хочется почесать это место. И вначале, если вы почешете это место, вы чувствуете какое-то облегчение. Но если вы продолжаете расчесывать это место, болезнь может ухудшиться. И каким образом можно победить вот эту склонность наслаждать чувства? Нарада Муни говорит, это возможно, если вы твердо решите не идти на поводу своих чувств.